Предварительная. Промежуточная. Главная. Подъем. Прошел контакт подъема. Двигатели центрального и боковых блоков ракеты-носителя вышли на режим главной ступени тяги. 10 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 20 секунд. Двигатели первой и второй ступеней работают нормально. Тридцать секунд. Стабилизация изделия устойчивая. Сорок секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. Пятьдесят секунд. Давление в камерах сгорания двигателя ракеты-носителя в норме. 60 секунд. Полет нормальный. 70 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 80 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 90 секунд. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. 100 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 110 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 120 секунд. Есть выключение двигателей боковых блоков. Есть отделение боковых блоков. 130 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 140 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 150 секунд. Двигатель второй ступени работает нормально.